Каспичанка Амина Пирбудагова стала серебряным призером всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Ступенька Олимпу» во Владикавказе. Амина начала свой путь еще в раннем возрасте. В 7 лет девочка пошла на свои первые тренировки. И уже тогда близкие родные девочки увидели в ней большой потенциал. Ребенок очень скромный, очень такой как бы стеснительный и застенчивый, но при этом у нее очень сильный характер, она очень трудолюбивая, и при том, что даже если где-то, может быть, для гимнастики нужно же все-таки очень такие высокие требования в плане данных. То есть то, что где-то ей, возможно, чего-то не хватало, то есть она на характере, на своем трудолюбии очень многого добилась. Поэтому сейчас вот мы достигли результата кандидата в мастера спорта. Это очень как бы почетно. В художественной гимнастике это уже как бы хороший такой результат. А Амине отзываются как об очень скромной, целеустремленной и трудолюбивой девочке. Все свое свободное время она посвящает тренировкам и учебе в школе. На данный момент для нее эти два направления являются наиболее приоритетными. 13-летняя спортсменка рассказала о том, почему ее выбор пал именно на художественную гимнастику. Я сначала ходила на балет, потом мы с мамой по телевизору смотрели гимнасток и... Мама привела меня. Тренируемся каждый день с 11 до 7. По словам Амины, оставаться в строю и бороться с ленью ей помогают ее кумиры – гимнастки Александра Солдатова и Анна Попова. Их упорство и работа над собой мотивируют юную спортсменку достигать своих целей. Так Амина стремится получить почетное звание мастера спорта. На этом пути ей помогают ее родные и тренеры, которые внесли большой вклад в ее развитие. Когда мы вообще, в принципе, выступаем или готовимся к каким-то соревнованиям, мы всегда настраиваем детей так, что мы не стремимся там, получить медаль и думаем о том, какая она у нас будет. То есть у нас есть задача выполнить максимально то, на что мы способны, то, что у нас стоит в программе, да, чтобы они думали именно о том, как выполнить максимально, ну, идеально, да, максимально правильно все трудности, все риски в упражнении, естественно, показать себя достойно. На данный момент Амина Пирбудагова и другие спортсменки готовятся к спартакиаде, которая пройдет в Астрахани, а летом в муниципалитете состоится турнир Кубок Каспийского моря.